Седан Volkswagen Polo выпускается в Калуге без малого 10 лет. Единственный рестайлинг состоялся в 2015 году. За все годы в России продано более полумиллиона машин, но спрос постепенно падает и модернизация назрела. До сих пор мы предполагали, что прообразом нашего Polo станет бразильский Volkswagen Virtus, который уже 2 года продается за океаном. К слову, и Virtus, и пятидверный хэтчбэк Polo для Латинской Америки основаны на современной тележке MQB A0. Но российский Polo ее не получит. Volkswagen рассекретил первые рисунки и подробности новой машины. Главный вывод — Polo станет лифтбэком и фактически разновидностью Skoda Rapid. Силуэт, двери и даже заявленные габариты с точностью до миллиметра повторяют дорестайлинговый Rapid. Это означает, что Polo укрупнится и представит больше пространства для задних пассажиров. К слову, колесная база Skoda на 5 сантиметров больше нынешнего Polo седана. Увеличится и багажник, а вся оптика будет светодиодной. Интерьер напоминает салон уже обновленного Rapida. Во всяком случае, компоновка передней панели и центральной консоли почти неотличимы. Медиа-система с сенсорным экраном появится в базовой комплектации, а среди опций будут и цифровые приборы, и подогрев задних сидений, и бесключевой доступ. При этом техника останется прежней. Rapid использует немолодую архитектуру PQ25. Похоже, что Volkswagen посчитал невыгодным переводить модель на современное шасси. Двигатели и коробки передач не меняются. Атмосферным моторам положена механика и автомат, а турбо-версии — 7-ступенчатый преселектив. На фотографиях новый Volkswagen Polo раскроется до конца февраля